этом году в Ульяновском трамвайном парке произошло пополнение. На рельсы вышли новейшие низкопольные трамваи петербургского производства. Модель 71-911 «Львенок» уже оценил губернатор Сергей Морозов. Глава региона прокатился по 22-му маршруту. Самое крупное приобретение за все время. Новые вагоны комфортнее, чем трамваи предыдущего поколения. Оснащенные кондиционерами и удобными сиденьями, «Львята» пришлись ульяновцам по вкусу. Конечно, новый всегда красивый. Поэтому мы выбрали его. Опоздав, поедем на новом. На данный момент в Ульяновскую область поступило 10 трамвайных вагонов. На вооружение парка должны поступить еще 19 «Львят». Виктория Чиркова, новости Управды ТВ.